Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. Излить свои чувства в стихотворной форме, запечатлеть в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой. На это способна только поэзия. С таких слов начала свое выступление кумыкская поэтесса Гугурчун Атаева. Гугурчун в преддверии Дня поэзии пригласили на творческий урок в колледж сферы услуг. Писательница рассказала студентам множество историй из жизни. Это наш коллектив. Это главный редактор «Ответ Сибирьгар», корреспонденты. Я тогда тоже работала корреспондентом первое время. Это первый год, когда я пришла в газету. А вот это я тогда в садике работала. В середине заведующая нашим садиком. Это методистка и я. Это встреча в Темировской средней школе. Пригласили меня на встречу. Вот, дайте я скажу. Нет у нас в Дагестане такой школы, где не состоялась встреча с нашей Гугурчун. И очень редко школ, где один раз только встреча состоялась. Во всяком случае, в Темирауле раз пять мы были. Очень любят поэзию. Это Баташкутовская школа. Здесь я была не одна, вот подруги Магомедов, наш поэт, который недавно умер, к сожалению. Пригласили нас туда. Это Латис Гаджакаев, который перевел мои стихи на русский язык, тоже поэт. Гугурчун Атаева, кумыкская поэтесса, после окончания школы получила образование в Хасавюртовском педагогическом училище, ныне педагогический колледж. Атаева является автором 7 поэтических сборников на родном языке. На сегодняшний день Гугурчун читают и представители других наций. Ее стихи переводятся на несколько языков Дагестана, в том числе и на русский. С Гугурчун Атаевой я раньше познакомилась с его родителями. Это были замечательные люди. Она сама, что очень нас радует, она сама селение Хамавюрт, в котором я живу уже 42 года. Ее родители, мои свекор, свекруха, они между собой семьи дружили, и как-то они меня пригласили. Что Гугурчун пишет? Честно сказать, в это время я не знала, потому что и кумыкский язык тоже я не знала. За столько лет всему можно научиться. Кумыкский язык тоже я стала знать. Мои свекор, свекруха, они кумыки. Мы чеченцам, чеченцы нам дали, чеченцам дали Гугурчун Атаеву. Взамен кумыкам пошла я. Конечно, чеченцам больше повезло, я думаю. Такую знаменитую, известную поэтессу, которую уже знают не только в республике, в двух республиках. Как отметила в своем выступлении Гугурчун Атаева, немногие становятся великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко не чужды те прекрасные порывы души, которые и пробуждают человека взять ручку, листок бумаги и начать творить. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».